Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на нашем канале Our Life in Seattle. И сейчас мы находимся около начальной школы, город Кёркленд, штат Вашингтон. И мы сейчас наблюдаем картину, как патруль безопасности, включая одного взрослого и одного ребенка, будет осуществлять безопасный переход по пешеходному переходу. Вот. У каждого пешеходного перехода возле школы такие патрули стоят. Вот мы сейчас пропустили пешеходов и ждем следующих. На этом углу светофора нет, и везде стоп-сигналы. Вот здесь вот, например, школьный автобус. Он уже отвез деток в школу и сейчас уже едет к другим школам. В Америке эти автобусы развозят деток из многочисленных школ. Например, старшая школа, high school, начинает работу очень рано, потом средняя школа. Вот, посмотрите, видите? Вот сейчас других деток провожают через пешеходный переход. Вот, значит, старшая школа начинает раньше всех работу, потом средняя школа, потом начальная школа. Даже в начальных школах в разное время начинают работу все начальные школы. Вот, чтобы вот именно эти автобусы смогли всех деток развести. Вот там вот заезд в школу, видите, машинки заезжают и, соответственно, высаживают уже деток таким образом. То есть можно пешком дойти до школы у тех, у кого автобуса нет, кто рядом совсем со школой живет, кто подальше, автобусы забирают или мамы, папы на машине возят. Так что давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Сегодня довольно-таки прохладный день, и уже вот мы одели и шапки, и куртки, так что довольно-таки прохладно. Время 8:45, школа начинается в 8:50, заканчивается в 3:20. Вот еще идет группа деток и там два взрослых. Так что давайте посмотрим, как их сейчас будут пропускать. Вот, как видите, пробок здесь нету. Все довольно-таки вежливо пропускают друг у друга. Сейчас только что прозвенел звонок первый в школу. Сейчас я посмотрю, который час. Так, уже 8:45. Да, это первый предупредительный звонок. Вот, посмотрите, завершили проход. И давайте посмотрим, как там наш еще наш член патруля, да, ждет своей работы. Так что вот такое видео, вот такой обзор. Всего вам самого доброго. И ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Вот вам наш патруль махал, видели, да? Все, пока-пока.